Здравствуйте, дорогие мои, Темочка, Нинуленька и Галя. Сегодня я получила от вас одно письмо и три открытки, за что сердечно вас благодарю. В течение полутора месяца я не получала от вас писем, и Галя не... и сам вам не писал. И поэтому эти письма были для меня большой радостью. Вы пишете, чтоб я чаще писал вам письма, а вот сами писать почаще не желаете. И как это обидно. Я очень рад за вас, что вы живете не очень уж плохо, что есть у вас молочко свое. Но вот как ты могла, Галя, остаться на зиму без валенок? Это меня прямо-таки пугает. Я вполне представляю, что значит быть зиму у нас без валенок. У меня с собой есть свои хорошие почтовые серые валенки и размер для тебя подходящий. Но не знаю, удастся ли мне их послать тебе, потому что посылок совершенно не принимает. Но я все же попробую, может быть, что и выйдет. Мне же на зиму дадут казенные. Но ты, Галя, на них не надейся, если же не придется послать. Ты можешь остаться совсем без валенок. Поэтому во что бы то ни стало, доставай себе на зиму валенки. В части пиджака, пальто и ботинок поступай по своему усмотрению. Это его. Как лучше, так и делай. Я тоже думаю, что сейчас променять много выгоднее. Только вот ботинки отдавать такие за 1.5 пуда очень жаль. Но ты смотри сама. Если нужно, то не жалей и их променивай. Не голодайте. Голодными быть не надо. Если нужно будет, то и пальто мое променивай, не жалей. А вот весь этот, все это может скоро кончиться. Закончится война, и тогда все приобретем дома. В части посылки мне, то ничего посылать, кроме лука, чеснока, не надо. Кушайте сами. Если не буду читать. Только не в ущерб себе. А посылки в действующей армии примерно с 15 или 1 октября будут принимать. Так что послать вы можете. Ни в коем случае не посылай мне сухарей. Их у меня достаточно. Хлеба дают 800 граммов, который остается, и его приходится сушить. Надо сказать, что кормят нас неплохо. Спасибо. Тыл Красную Армию обеспечивает хорошо. Галя, в первый раз я посылаю вам 3 заказных письма. В 2 было для Темочки и Данюси по 1 хорошенькой открытке. И 2-й раз послал тоже по открытке, которую вы получили, синий платочек и Суворов. Мне непонятно, получили вы первые открытки или нет. Напиши мне об этом. Галя, сообщи мне в следующем письме, получает или нет от Павла Яковлевича письма Марья Ефимовна. Что пишет хорошего Владимир домочке, посылает или нет он ей денег, и вместе или нет, с ней живете. Галя, передай домне, пусть она на меня не обидится, что скучно приходит. Что скучает и приходят ей реже письма. А эти день рождения я не мог ничем отметить. Вот кончится война, я приду домой, и у Дони и у Темочки будет все.
Папа тогда добьется, что ли. Все, пока пишите. Целую вас, ваш Михаил. Поцелуй за меня, Галя, Темочку и Данюсю. Спасибо за волосики. Я ходил здесь раза три за ягодами и грибами. И всегда приносил. А М. Крупин.